продам крышки на головку китайскому мотору, который устанавливается на Альфу, на Дельту, на другие многие мопеды китайские. Крышка звездочки ГРМ. Их бывает, часто ломают. Выдирают, кто не знает, какой момент затяжки должен быть. Кто не пользуется динамометрическими ключами. Крутит, пока не вырвут. Крышки новые. Одно видео снимаю сразу до двух объявлений. То есть и для с ребрами крышечку, и просто круглую. Обычно такие ставят на более мощные двигатели. Это часто идет 50-72. Хотя видел и такие крышки на 72 кубика. С завода. Цена будет указана за штуку. Смотрите, что на фото, то и будем высылать. Потому что видео одно снимаю для двоих. Или информации, чтобы не было вопросов, можно ли поменять их, нельзя ли поменять. Вот посадка прилегающей плоскости по наружному диаметру. Получается у нас 71,5. Ну, плюс, ну, 71,6. Вот измеряем на ребристой крышке. Тоже 72 в минус. То есть взаимозаменяемые по прилегающей поверхности. 10 ньютонов в данном случае достаточно. Тянуть не надо. И все силы. Если объявление активно, значит они в наличии. А ведь доставка есть, оформите, отправим.